Самое доброе пожелание. Слышу, проходя через никудышний прием. Приветствую вас. Это у меня здесь не просто приемник Малахит, а приемник Малахит новой версии. Малахит DSP версия 2. Я вам сейчас расскажу, чем он отличается от первой версии, какие в нем появились новые возможности, новые особенности. Но прежде чем я вам расскажу, чем отличается новая версия приемника от предыдущей, напомню, что такое приемник Малахит DSP вообще. Это переносной приемник с автономным питанием, работающий в очень широком диапазоне частот и в УКВ-диапазоне, и в КВ-диапазоне, и, конечно же, длинные и средние волны тоже он принимает. Диапазон рабочих частот его до 2 ГГц. Построен он по SDR-архитектуре с одним преобразованием частоты сразу вниз, в низкую частоту, с частотой оцифровки 192 кГц. В качестве основного элемента микросхемы тюнера, конвертера, синтезатора, в общем, всего того, что переносит спектр вниз на частоту оцифровки, используется микросхема MSI-001, которая популярна еще и в других SDR-приемниках. И вот приемник этот, имея цветной дисплей, позволяет наблюдать панораму спектра в эфире, принимать сигналы в основных видах модуляции, амплитудная, частотная, верхняя, нижняя, боковая, регулировать, естественно, полосу пропускания во всех этих режимах и имеет еще много-много разных интересных, удобных функций, о которых я вам рассказывал в отдельном видеообзоре этого приемника. А сейчас о том, что появилось нового, что изменилось в новой версии приемника Malahit DSP 2. Первое отличие, которое сразу же бросается в глаза, это то, что размеры корпуса стали немного больше. Корпус стал на 2 сантиметра длиннее. Остальные размеры корпуса не изменились. На задней панели также расположен громкоговоритель. На мой взгляд, это изменение совсем не имеет значения, так как разница 2 сантиметра очень небольшая. А самое главное то, что изначально размеры корпуса уже были такие, что его не положишь куда-то в карман, в любом случае этот приемник. Так что от того, что он стал немного больше, ничего не меняется. Следующее, уже очень важное изменение, то, что дополнительные опциональные платы, на которые были установлены дополнительные ВЧ-фильтры входные диапазонные, теперь нет отдельной. Вся эта схема этих фильтров и коммутаций, вся теперь расположена на основной плате приемника. У приемника также сохранился выбор режима работы антенного входа 50-ом или высокоомный для приема кратковолновых и средневолновых сигналов на телескопическую антенну. Но также, кроме этого, появился еще режим подачи питания постоянного на антенный вход для того, чтобы запитывать активные антенны или какие-то предусилители. Естественно, это питание можно включать и выключать в настройках приемника. И при включении режима высокоомного входа подача питания на антенный вход также автоматически отключается. Привет, этим радиолюбительством. Так что вот так же обманет. Город мой, поготов, прием. Вижу, Сережа, информация, слава богу, имеется. Спасибо вам за это, все здорово. Радио Анна, 0, Анна, 0, Яна, радио Анна, твой щук, Иван. Успехов тебе, дай бог здоровья, чтобы все было хорошо, прием. Спасибо, Сереж, не болей, главное. Всего доброго, 7-3, пока-пока. И следующее, на мой взгляд, значительное отличие новой версии приемника в том, что разработчики предприняли целый ряд мер для уменьшения помех от собственной схемы приемника. Во-первых, изменена работа с дисплеем. Дисплей теперь дает меньше помех. Во-вторых, подсветка этого самого дисплея теперь питается не от шим-регулятора, а от аналогового регулятора, который совершенно не создает помех. И в-третьих, изменена немного схема коммутации входных фильтров, и все эти фильтры вместе с коммутацией теперь помещены в общий металлический экран, что тоже значительно снизило прием собственных помех от собственной схемы приемника. На мой взгляд, это очень важно. Конечно, сейчас в городских условиях я вам эту разницу не покажу при работе на внешнюю антенну, но где-то в полях при приеме именно на телескопическую антенну, я думаю, что разница будет очень сильно заметна. И еще одно новшество, можно сказать, новая возможность приемника, которая очень понравится многим пользователям, а кому-то будет совершенно безразлично, это то, что диапазон частот в УКВ стал практически непрерывным теперь. Нет большого разрыва между 250 МГц и 400, который был раньше. А теперь этот разрыв очень маленький, от 380 до 400 только МГц приемник не принимает, то есть, соответственно, на него можно слушать сейчас и речной диапазон на 300 МГц, и садком на 255-260 МГц. И во в районе командной дороги делает оборот. Я не знаю, километров, наверное, 8, не больше.
снимать, впереди никого, я Изменение значительных изменений – это расширение полосы обзора. Теперь на спектрограмме, на водопаде мы можем одновременно наблюдать 192 кГц, а не 160, как раньше. Николаевич, добрый день, правым. Ответил правым, добрый день. Теперь появился индикатор разряда батарейки, который показывает напряжение непосредственно в вольтах и в сотых долях вольты. День добрый, вы на Борск идете, да? Да, к вам подойти. Я так думаю, лучше на обратном пути. А также в корпус можно установить две или даже три батареи размера 18650, что значительно продлит время автономной работы приемника. Сама структура пользовательского интерфейса совсем не изменилась, в нем появились только несколько новых элементов. Да, Андрей, я все правильно вижу эти КСО. Прекрасно. Вроде бы изменения не очень большие, но все равно приемником стало пользоваться удобней. И радует то, что разработчики хотят улучшить свою конструкцию, устранить какие-то недостатки. Конечно, меня больше всего радует уменьшение уровня помех от собственной схемы приемника. В виде набора такой приемник сейчас недоступен, а продается он только в виде готового изделия, готового устройства. Ну, понятно. Ну, это как в фигурном катании. Субъективное мнение. А Иван Нововоронич, 5-9. Анатолий, благодарен за очередную встречу. Успехов в Кубани, 73. Всего доброго, Толь. По встрече. РН6 ЦК, приехал. Да, Евгений Соломин. Записано. Спасибо, Рома. Самые добрые вам пожелания, Волгодонск. Вы в логе. 73. Удачи. Как и любую другую конструкцию, конечно, этот приемник можно еще много дорабатывать и улучшать. И самое узкое место в нем – это, конечно, динамический диапазон. Но чтобы его улучшить, увеличить, нужно практически разработать приемник заново, так как этот приемник базируется на микросхеме MSI-001, и именно ей определяется его динамический диапазон. И если от этой микросхемы отказаться, то надо практически разрабатывать всю схему приемника заново. Так что об этом мечтать не приходится. А вот вполне реально достижимые и простые доработки, которые мне хотелось бы в этом приемнике увидеть, это в первую очередь удобная работа с ячейками памяти. То есть, чтобы ячейки памяти можно было перебирать, листать основным главным валкодером. И во время пролистывания списка, чтобы приемник у нас сразу же перестраивался на частоту выбранной ячейки памяти. То есть, если, например, у нас есть 10 или 20 интересных каких-то частот нам, чтобы можно было очень быстро просто пролистать их все 10 и сразу же услышать, на какой частоте какая активность происходит. Ну и, конечно же, чтобы ячеек памяти было как минимум 1000, и чтобы их можно было организовывать в банки, в группы, в любом порядке. Но это все просто мои пожелания. Конечно, приемник и так очень интересен, и так очень много в нем разных всяких функций, и можно им пользоваться в таком виде, и много чего послушать. Самое главное, что в одном маленьком устройстве, это и КВ, и УКВ на все случаи жизни, в общем-то. Именно маленький переносной приемник для использования в портативном режиме. 56, курс на точку разрешили. Курс на точку разрешили, сохраняя сотый эшелон 32-766. Нижний круг, 0-1-48, пересекаю 400, далее изумочки до обратного. 0-1-48, нижний круг, понял, работа по направлению до обратного. До обратного, 0-1-48. Thank you.
Пока мой рассказ о новой версии приемника «Малахит ДСП» закончен, буду выходить с ним в поля, что-то слушать, покажу это вам отдельно, буду сравнивать с какими-то другими устройствами, тоже покажу отдельно. А сейчас на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Как обычно я вам говорю, слушайте эфир на разные приемники, радиостанции, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, в Facebook. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. Отличная модуляция, это этот, как он, 570-й, что ли, трансивер, да, прием? Сколько стоит? От 5 до 8 до плюс 10 есть. А вот так вот стрелочка у меня приедет. А такое прохождение у нас сейчас. 18.73, составитель Ермолаев на 203-м пути, из-под вагона взято два тормозных башмака. 203-й пути от Мунирова 255-го, будете переезжать за Мунирова 243-й, а Т-243 на 204-й занятый, до спустя.